поддерживаю всячески. Надо мотивировать нашу молодежь, да, для того, чтобы она передавала свой лучший энтузиазм, энергию. Я положительно отношусь к этому. Я считаю, что педагоги должны зарабатывать достаточно. Учителей у нас не хватает. Молодежь не хочет идти. Обязательно, что молодых медиков, учителей также вот как-то они все как-то бюджетники одинаковые, поэтому молодых надо привлекать. Давно бы пора поднять зарплаты работающим на данных должностях людям, которые вкладываются в наших детей. Я только за. Если человек зарабатывает больше, выплаты больше, это хорошо для этого человека. Им этого очень не хватает. Также желательно внести какие-то коррективы в обществе на тему того, чтобы уважение к учителям тоже поднялось. Только положительно. Ну, потому что люди, которые воспитывают детей, должны получать достойную заработную плату. И в эту профессию должны вновь прийти достойные люди. Зарплаты должны расти, тем более учителей. Ну, молодым как бы стимул какой-то для работы.